Добрый день, добрый вечер, доброе время суток. Пришло время поговорить об одной обалденной программе, которую уже частенько видите ее как бы на сайтах и, ну, в принципе, везде. Ну, что по-английски написано Rage Organizer, это уже ничего не говорит. Говорит то, что она русская. Наш отечественный Свердловский или где-то там, я уж точно не могу сказать, где делают. Ну, можете зайти на сайт и посмотреть, прям скачать ее везде, она доступная. Вот здесь все написано, лицензионная. Короче, вы ее скачать можете везде. Все ну, в любое время. Ну, правда, здесь интерфейс, конечно, не очень есть хорошо. То, что она не автоматическая, как у всех, ну, чтобы достичь наилучшего, здесь она намного лучше. Она клионер. Во-первых, вот это обид, вот это лучше намного, но похуже, чем вот это в 100 раз. Это, ну, это очень сильная программа. Ну что, давайте маленько разберемся все, что в ней есть. Настройки. Ну, в принципе, здесь настройки стоят по умолчанию. Кто-то ставит 14 дней, кто-то ставит, да, на это резко что-то забивать. Вот, старые файлы удаляет, так, ставите полностью, очищаете, потом старые убираете, старые файлы обновления и устаревшие загрузки, все остальное не надо, в принципе, убирать, он удаляет исключения. Ну, кто не знает, лучше не удалять. Здесь Google, Яндекс, Mail, Facebook. Вот. Ну, там лишний есть. Кто знает, тот удаляет. Удаляет папки. Те, которые... Ну, она вообще-то пустая, но по умолчанию стоит. Здесь я вот поставил вот эту вот нашу программу Obit. И Obit. Вот, неверные ярлыки удаляет. Ну, можно сделать, исправить, если можно, возможно, по всем. Все, что есть. Ну, в принципе, остальное все одно и то же. Не сообщать это, чтобы не обновлять. Классический очистка реестра включаем. Ну и пусть он так стоит. Я, кстати, тоже забыл поставить. Ну, здесь, естественно, что есть. Какой период? Так, самое главное здесь, самое интересное, есть дефрагментация реестра. Но это не то, что квадратиками она прыгает, бегает, отжимает просто. Это, ну, не то они, конечно, сделали. Писал я письма там, но толку никого нету. То, что там добить, доделать, ну. Ну, вот это съемка двух реестров, но это смысл какой? Ну, сфотографировал. Какой был, такой остался. Ну и в рот его компот. Хрень как-то придумали. Тонкие настройки, да? Вот вы можете тонкий интернет соединение выключить, это все настроить ручные тонкие настройки. Вот нажали, да, вот. Можете их просто сжать, и они у вас половина работать не будет. Просто-напросто. Но это делать не надо. Пусть как будет по умолчанию. Запуск со всеми программами. Это фоновые программы, которые у вас они
работают. Ну, это ключи. Это переключатель клавиатуры. Здесь что у нас можно? Ну, это рок-док. Это вот это. А, вот это рок-док, вот эта вставка. Это мой. Ну, в принципе, так как я уже давно пользуюсь. Ну, в принципе, я вот скачал ее. Да, она везде. Я, где хочет, там ее скачать. И можно везде. Она везде доступна. А, так как можно и поставить, и удалить, и убрать. Ну, только удаление вручную. Здесь установка и обновление идет. То, что она удаляет все файлы без исключения, ну, это довольно не, я вам скажу, это неплохо. Вот. А, как вы, перед этим было у меня видео, чтобы, как вам сказать, удалять old popcold. Может быть, у кто-то обновляет она. Это образ 4 гигов. Она вас полностью удаляет. Короче, как вам объяснить? Popcold, та, которая после обновления останавливается и показывает, что может вернуться назад. Это если 2-3 папки old, и у вас по 100 гигов, это, ну, сколько, я не знаю, она вас занимает, одна система 4, ну, плюс программа, ну, кто-то 100 может, кто-то 200 делает, если у вас нету АБВ, там, перегородок, это все остальное, там, и вы же в основном игры туда загоняете, в C, там, ну, что попало прям, кроме программ, вы там весь мусор, ну, по крайней мере, надо все по деле сделать. Ну, вот. Вот, что еще можно сделать? Ну, вот, смотрите, обновляем. Есть обновление или нет. Ну, вот, есть. Ну вот, у меня лицензия слетела. Так как он меня... Короче, пиратская, проще сказать. Вот. Так, сейчас посмотрим. Программе. Семейная лицензия. Можете использовать продукты сколько угодно. Бесплатное обновление будет. Ну, ладно, боксим. Нет, нет, не дает. А, история браузеров. Ну, браузеры вы, конечно, если вот так вот не может, например, у кого-то есть, может быть, вот, вот эта вот пакость, она в основном мозги. Вот. Если не можете в браузере почистить, почистите здесь. Можете, в принципе. То, что... Да. Окей. Так, здесь вот что у нас? Изменение реестра. Реестр, то, что хорошо, не надо здесь набирать там название там реестра, чтобы так и так, то-то, то-то. Здесь можно то же самое, раз и как бы набрал. Ну вот, подаем мне. Вот, что еще сделать? Так, это мы уже видели. Здесь можно чистить. Это то же самое, в принципе, можно то, что не удаляется, например, программы, удалять можно только вручную. Вот. Как написано вот здесь, вот написано, видите, вот тут такая хрень есть. Ну, то, что неудобно, да, еще раз говорю, что она вот
Ну, сканирование. Ну, сканирует, я говорю, она... Это наши разработчики переплюнули многие программы. Вообще многие программы переплюнули. Они так, даже ваш доктор, там, который с бабенкой говорит еще, там где-то очищает, но она, я посмотрел с ней, ну, где-то месяца три посидел, поработал. Она, сейчас я покажу, где, по-моему, она у меня еще есть, сейчас я найду ее. Да я удалил ее. Ну, доктор этот. А вот он, доктор Кириш. Вот, видите, даже 4 гигабайта у меня. Вот, а доктор Кириш, он так настройки там ставишь, и это все. И в принципе он рвет реестр. Вот. Не знаю почему, но если вы на семерке работаете, конечно, лучше всего семерочные брать, которые старые программы идут, до какого года, до того, что она выпускает, такие программы надо вам брать. А так как если вот сейчас идут они все десяточные, семерочные, что пишут, что они обновлены только интерфейсом, но что внутри там ни хрена не обменю, ну, ничего не убрали. Как вот этот Оби, то же самое. Начиная вот с седьмой версии, да, потом переделали ее, и интерфейс, я вот сейчас какой, не помню уже, седьмой версии или так, 11 версии, сейчас уже 12 или 13 версия какая-то там есть, но она мне, ну, одно и то же, вот почистил, например, взял и почистил свой компьютер, после нее поставил 11 версию. То же самое, такие же ошибки, они даже не удаляются. Вот эту поставил, она у меня, поверьте, все вышкребло. Прям идеально все. Ну, маленько, что долго, то долго. И плюс к этому, она еще раз говорю, папку old удалять. Это... Можно, конечно, удалить ее там от меня администратора, там администратора и другого администратора, администратора папок, администратора файлов. И вот это вот все надо все разрешение брать. Но это дурдом, короче, пока не зайдете в администратора, как бы сам в администратор систему войти. Это не то, что вот это, которое здесь сейчас вы зашли. Вы как бы не владелец, а просто не гость. Что-то похожее на администратор, но администратор там, самое главное другое. Почему вы делаете всегда от имени администратора? Надо переходить через него. Когда зайдете в администратор, естественно, вы будете работать и там, но в интернет вы не выйдете. Не знаю почему, не знаю как. Первые десятки шли, они уже были административные. Так что можно было все делать. Вот. В принципе-то, по идее, все разжевал. Еще раз говорю, все, что в ней программе есть, она идеально чистит, очень идеально все программы. И удаляется. Но она не хапает, не хватает. Как доктор Кэш ваш, он что-то делает, он раз, вот всем слету поймал. Наши еще пока до этого не дошли, но то, что в Яндексе они сделали, Алису, что болтает, ну, Яндекс тоже уже стал ерунда становится прямо. Ну, в принципе, все. Всем до свидания. Подписывайтесь, не стесняйтесь. На программе практически вы все узнали. Ну, есть какие-то вопросы, пишите в сайтах, я нахожусь там, у меня в углу почта есть, так что можете. Сейчас то редкий раз пишут, куда писать, зачем писать, на деревню к дедушке пишут, и как бы они мало знают. Что-то
Яндекс. Ну, видите, Яндекс уже что-то прям совсем стал, ну, беспредел. Почта не нужна. Так, что у нас? А, вот он, YouTube. Так, я сейчас временно поставлю на паузу. Ну вот, я вошел к себе на канал. И вот сюда вот вы можете здесь вот почту писать. Нажимаете вот сюда на Mail.ru, на Gmail нажимаете, на и Facebook. Вы можете ко мне обязательно попасть. Наверное, я еще сюда добавлю контакты. Ну и все остальные. Ну, всем пока, до свидания. Удачного вам творческого дня.